На четвертом очном заседании наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей», которая проходила под руководством президента Российской Федерации Владимира Путина, победительница второго сезона проекта «Топ-блог», заслуженный учитель Дагестана Аида Касумова озвучила свое предложение о использовании учительских блогов новыми инструментами для просвещения. На своем примере она рассказала, как блог помог ей стать ближе к ученикам. Ведь известный факт, что сегодня информационное пространство всецело захватывает наших детей. А это значит, что учитель-блогер – это новый вызов современности, озвучила учитель английского языка СОШ номер 12 Аида Касумова. На сегодняшний день она подготовила большое количество победителей различных конкурсов и олимпиад.